Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Hitman Absolution. Абсолютный. Hitman Абсолютный. Такая музыка дэндиевская. Про тропики. Забыл, как игра называется. Алоха! Добро пожаловать в отель Вайкики! Хотите зарегистрироваться? Бен Франклин. О, проходите, сэр. Проходите. У нас легкий завтрак с 7 до 9 в зале Тики. Счастливые часы с 5 до 8 тоже в зале Тики. А несчастные часы? По цене одного пинаколада у нас... А что-нибудь попроще? Принести бутылку в ваш номер, мистер Франклин. Чего-нибудь темного. Да, сэр. Ничего не предвещало беды. Была пятница 13-я. Стоя под теплыми струями воды, он кожей ощущал вот этих крошек, которые идут. Господи. У меня тоже есть ствол. Я тоже опасен. Так что, детки, берите конфетки. Ну, не так же. Катись с Богом, засранец. Что-то, мне кажется, они даже номер не спросили. Где я слышался? Когда святые атакуют? Ой, святые. А, ну правильно, святоши. Они же просили святоши. Что ж. Пойдем. Здесь-то мне кого опасаться. А как нам? А, все понял. Управление маленькое не такое. Ладно. Вау, маскировка. Конечно. Что у нас здесь есть? Так, с вами мы потом разберемся. Вау, детки. Блин, это хреново. Ну-ка, давай. А у меня что, есть пистолеты? А есть пистолеты, да я перестреляюсь нахрен тогда проще. Ой. Не нашел. Блин, вообще не то. Ладно, сделаем по-другому. Раз у меня. Так. Все. Убийца вне поля зрения. Продолжаю прием. Давай.
спокойно. Тихо. Откуда пробивают все-таки, да? Так. Охренеть. Мудачело. Давайте, где третья должна подняться с вами? На. Вот так. Буду с вами париться тут еще. Давай. А вот теперь будем смотреть, можем ли мы вот так вот захреначить вот эту четверку. Давай. Беги. Все с вами понятненько. Опа, закончились патроны. Какая досада. Опа. Давай, где тут можно поменять? Блин. На. Вот так. Не вижу. Че, я всех этих монашек положил, что ли? Ой-ой-ой. Давай, куда? Звук.
Вижу цель. Все спокойно, всех перебил. Вот и все. Маруда. И ножик возьму. О, Боже. Да ладно, заткнись. Ну что, я молодец. Могу себя похвалить. Не стал сиськи мять. Завалил их нахрен. Ага. Нет. О. Ну ладно. Что значит нет ответа? Набери еще раз. Есть, мэм. Вызываю святых в группу 1. Святые. Давай. Вот так. Конечно, в голову, куда еще бы лететь. А, и патроны кончились. А, ну так мне и не надо. Давай, перелазь. Опа. Сменим. У нас все спокойно, что я прячусь-то? Я, блин, по ходу дела невиновно. Да, невиновно завалил. Где выход у нас? Какой-то маньячный тур нахрен. Ну тут без палева надо как бы несчастный случай подстраивать, но у меня прям совсем несчастный. Да. Во. Ваши люди обыскали поле? Да, мэм. Вот так. Вас понял. А? База, срочно пришли. Вот и все, вот тебе вся база. База, у нас погибший. Нас убивают по одному. Цель вне зоны видимости. Да. Вот так. А я так не делал. Блин. Где-то вот здесь вот что-то как-то можно было. Так. Вообще я не... Так, а мне туда и не надо к ним. Всех вырезать, что ли?
Даже не знаю, сменить. Ты один здесь или не один? Ну-ка, давай-ка тебя проверим, насколько ты хорош. На. Вот так. Все нормально. Смотрите по сторонам. Эй! База нужна скорая, срочно! У нас пострадавший. База, нашли труп. Выясняем обстоятельства. Поиск. Шевелись, мне нужна помощь. Ну что? Штаб, у нас потери. Эвакуируем штаб. Тут до сих пор что? Вот так. Разуй глаза. На. Прошу помощи, у нас возникла проблема. Давай. База, здесь несколько убитых. Следов убийцы или убийц нет. Что? База, М-сектор код 217. Иду разбираться. На. Чего? А? На. Блин, не так. Вот так. Все спокойно. Так, ладно, ячейку вырезал. Где тут еще что есть? Так, еще одну завалили. Других что-нибудь слышно? Прием. Вот. На. Вот так. Да все в порядке с ним. Что вы за него переживаете? По одному. Что делать? Никак нет. Преступника не видно. Прием. Слышу взрывы неподалеку. Разбираюсь. Мне нужна помощь! Точно он! Конечно, это точно я. Только сначала надо меня найти. Вот так. Переходим. Он
Конечно, переоделся. Он ушел на нашей территории, стрелок. У нас возможны проблемы. Так. Вот так. Завести, унести. Что у нас здесь? Взять телефон. Святые, отвечайте. Святые, вы слышите меня? Миссия проп... 47-й. Трэвис, я тебе доверял. Тебе поручили задание, а ты предал агентство. Ты унизил меня. Лишнее убийство. Что за лишнее убийство? Которому кофе испортил. Можешь его описать? Вали отсюда! Трать мое время! Двадцать человек его видели, и ни один из них не может его описать. Да пипец! Только татуировка на лысой башке. Думаешь, это правда? 47-й? А кто еще? Конечно, он. Не знаю. Ну я его возьму. Детектив? Конечно. Это оставили на регистрации. Сказали для того, кто будет искать 47-го. Давай, помогай. Передать вы. Да, сэр. Blackwater Park. Я уже выделила для вас три команды. Хорошо. Возьмем девчонку, убьем их всех и заберем наши деньги обратно. В этом году агентство не выделяло деньги на выкуп. Падла, еще и хочет денежки обратно. Можно спросить, куда мы едем? Хоу, Южная Дакота. Мокренькая азиаточка. Это да. Вот так-то в броне, мне кажется, кто в дождь, в такой ветер. Вертолет даст выглядеть в море. Или в океане, где они там. Закон Скерки. Прекрасный домишко. Фемида слепая. Да, да, только у нас правосудие, там золото одно должно быть. А, вот. Блин, вот здесь, да. Помаячить-то даже не знаю. Далее дело Dexter Industries против Кевина Циммермана. Незаконное проникновение. Где подозреваемый? Ваша честь. С заключенным произошел несчастный случай в его камере, и его везут в лазарет. Понятно. Думаете, он выживет? Выглядит так себе. Он сильно ударился. Сейчас я тебя ударю.
Дело продажность. Мы все тут продажные. Ну ладно, я тогда пойду обратно в тюрьму, проверю наших пташек. Пока, ваша честь. Вот так вот. На чем мы остановились? Народ против Тимоти Хоука. Проникновение со взломом. Простите, вы вторглись в мое личное пространство. Вы в нем стоите. Сэр, простите. Что, тебе что-то надо? Привет. Вы у нас недавно? Господи, чтобы я сейчас только не отдала за сигаретку. Успокойся. Просто скажи правду, и все будет хорошо. Да? А вот мой адвокат говорит иначе. Просто я слышала, что говорят об этом судье. Говорят, он настоящий засранец. Нет, он нормальный. Вам сюда нельзя задушить. Давай, просто задуши. Обезврежим. Вот так. Тут что-то взять можно? Так. Ладно. На лице у меня плохая память. Похоже, что когда-нибудь я буду одним из вас. Шурин. Ты говоришь о том, что было в огненных шарах. Ага. Заходит в бар совершенно левый чувак и выдает. Так, пока мы идем. У нас убогих сучат. Видел хромого Лени? Спичку потратил. Маскировка. Под кого маскируемся? А, так под него и замаскировались. Так, за каким хреном мы сюда приперлись? Вентиляции нет. Уж так люди говорят, за что купил, за то и продал. А, вот он. Так. Что-то я не понял. Вот так. Отсюда как-нибудь можно выйти? Перерыв 5 минут, давай. Блин, тут сохранялка была бы еще. Так, давай. Oh,
Так. Давай-ка. Вот здесь вот постоишь. Вы, по крайней мере, все живы будете. Так. Так, теперь. Тащите его. Тоже сюда. Внимание! Суд идет. Председательствуете в честь судья Стрикля. Давай, сейчас отпустим тебя. Дело закрыто. Что за дерьмо? Какого черта? Вот так. Я двух изданий выписал. Блин, за вашу честь. Блин. Тихо. Суд удаляется на перерыв. Суд объявляет перерыв на 45 минут. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, куда... А здесь я мог выйти. Ну-ка, давай вылезем, посмотрим, что здесь. Ой-ой-ой. Охренеть, я приполз. Блин. Ё-моё. Сзади бы не заметили бы, что я взламываю. Все. Так. Эй, ваша честь. Готовы к инспекции? Ну, пошли. Пойдем. Господи, я слышал, что вы отпустили этого в фольге. Многих это охренеть как взбесит. Ничего, что я с вами по-простому, как мужик с мужиком. Все нормально, давай. Здесь что у вас? Ага. Ну давай посмотрим. Сменить томагавк на полицейская дубинка. Тут мы ничего сделать не можем пока. Там мы куда-то пробираемся. Спрятаться. Ну пойдем, пойдем. Ага. Это мы вот сюда бы попали там, да? Как я понимаю, куда-то. Вау, ведьмочка. Так, а что мне сделать-то надо? Так близко, шериф, но так далеко. А, девчонку, ну. Эй, застегни ширинку. У нас важный посетитель. Не видишь, что ли, что я читаю? Это судья, тупорылый. Вот дерьмо. Простите, ваша честь. Прошу, осмотрите камеру. Давай. Извините, что не могу пустить вас в главный корпус тюрьмы сегодня. Заключенные перевозбудились, так сказать. Ничего страшного, пойдем. Шериф приказал тут все перекрыть, пока ситуацию не удастся взять под контроль. Это ради общей безопасности. Давай посмотрим, что у нас здесь. Надо было я собирался написать это письмо 14 лет. Сегодня я это сделал. Этим вечером я заплачу за все свои ошибки. Давай. Где ты, козлина?
Иди ко мне. Так. Рядом с телом, ничего страшного. Тихо, тихо. Ты старикан, тебе ничего не грозит. Я тебя просто придушил. Чтоб не дергался и не мешал мне. А вот за счет этих двоих не ручаюсь. Как бы тебя отвлечь-то? Ладно. Что-то ты слишком бдительный. Вот так. Вот и все. Теперь мне ничто не помешает. Открываем и проходим. Блин, и это еще не все. Постарайтесь не помять его, парни. Эй, тупица! Привет от шерифа Скёрки! Эй, вы не можете! Вы не имеете права! Да? Зато мы имеем лево! Так. Меня подстрелили, ребята! Черт, держи это бой! Вот так. А теперь давайте посмотрим, где тут аптечка была. Нет? Есть? Ну чё ты, господи. Так, чё у нас здесь? Неизвестно чё. Ой, я ещё прятаться буду сейчас. Я в конце концов судья. Ага. Блин, вот так вот ходить по всем этим. Давай. Открыть. Помнишь, Катя? Здесь в точности то же самое. Просто считай.
На. На все, можно не прятаться. Давай, чувак! Порви этого городского пижона надвое! Да, точно! Продемонстрируй ему местное гостеприимство! Так. Блин, у меня даже взрывчатки нет, так взрывчатку бы им кинул. Это будет его кличка! Городской пижон! Ну, если он выживет, конечно! Закон! Да я просто мимо проезжал, урод! Конечно, всех. Чё вы, блин? Да я вижу, что вы хорошие. Всё спокойно. Прятался, да, где-то? Так. Что за тюрьма такая, где все сгнило нахрен. В этой тюрьме и люди. Что-то куда войти, я так не понял. А куда-то я пополз. Еще кто-то был. Ну-ка, давай посмотрим. Парни, вы кто-нибудь нашли? Парни, мне нужна помощь! Все, просто сейчас проблема, парни. Сюда, парни! Держитесь! Ну, почти, почти. Мне патронов на вас не жалко. Вы все говнюки, потому что один я хороший. Один я молодец. Вот так вот. В мантии судьи. Вот так-то смешно в этом парике еще. Помню, как я была в твоем возрасте. Господи, я не знаю. Вот так-то. О-хо-хо, это нокаут, как насчет добавки. Еще немного из тебя получится отличная длина. Зря ты меня не убил. Привет, Декстер. Никаких проблем. Какой ты лысый. Говорил же, я профессионал. На, спит как младенец. Поехали далее. Так просто утро, меня не взять! Здравствуйте, мистер Декстер. И тебе привет. Так, так, так. И где мой сын? Я спросил, где мой сын, ублюдок. Ладно. Хочешь играть жестко? Легко, засранец.
Видишь ту девчонку, от которой все так тащатся? И чё? Так вот, мои ученые говорят, что ее подпитывает эта штука. Посмотри на нее. Слаба, как котёнок. Мистер Дестер, заткнись! Зря ты близко подошел. Черт! Клайп, у тебя что здесь, притон? Это не мое. Господи Иисус! Это мисс Купер. Больной урод. Ты убил моего сына, да? Слушай, лучше все ему расскажи. В этой тюрьме нередки несчастные случаи. Эй, мистер Да мы Дестер. Уже поняли, что вы все да, продались, нахрен. Не беспокойтесь, я о нем позабочусь. Идите. Верни моего мальчишку, Клай. Я вас когда-нибудь подводил? Идите. Да, теперь только мы с тобой. Ну-ка, игра клавишами, да? Операция Кувалда. О, вот это мне нравится. Само название нравится, Кувалда. Ты будешь меня бить? Ты же трус. Ты должен меня ударить. Черт побери! Ну конечно, как же иначе? Я иду! На! Свернуть шею. Взять пистолет. Давай. Я тебя даже прятать особо не буду. Так, что у нас есть? Ничего, понятненько. Ладно. Ну-ка, тихо там. Да-да, будет сделано. Это просто сержант. Выглядит очень довольным. Видимо, только что с сеанса. Давай. Давай, ну-ка. Я тебя вот сюда положу. Чтобы сразу в глаза не бросился. Возьму электропровод. Понятненько. Все. Так, а что мне сделать-то надо? Подожди. Сбегите из тюрьмы. Все понятненько. Бежим. Смотрим. Каждый год, как ярмарка, так мы тащим сюда твою пьяную. Я не пьяный. Я просто... Ну давай, отходи быстрее. У меня просто праздник, я не пьяный. Так. Положим сюда тебя, продажник. Ой,
Так. Что-то я не понял, куда меня. Зараза! Я хочу написать жалобу! Почему им надо непременно ездить по главной улице? Есть же другие пути! Прости, Дастин, но с этим тебе я бы не стал зря сотрясать воздух. Сам знаешь, на Dexter Industries работает половина холма. Им много... Да, слушай, здесь только что стреляли. Так. С какого края? Я не могу его найти. Все спокойно. А вот теперь давайте посмотрим, что тут все спокойно. Что здесь надо-то сделать? Помогите! Надо было просто взять пистолет, да я бы и так бы взял бы нахрен. Вашу мать, я только зря перебил их. Покажи ему, что мы не шутим. Давай, иди. Это что за смерник там был за рулем-то? Господи, ну и дерьмо. Сам же устроил это. Альфа, выполняйте задание. Ищите 47-го. Ага. Блин. Так. Давай, успей. А я успел. Кошмар. Кто там еще остался?
Так. Что у меня тут? Ой-ой-ой-ой. А я тут могу как-то перейти? Хоп. Вижу цель. Ну давай вниз. Вижу цель. Так. Хоп. Потихонечку, по-быстрому пробегаем. Не ввязываемся в драку. Вот такой я молодец. Хорошенький. Металлическая труба на молоток. Сменим. Куда выйдет? Вот так. Давай. Когда
когда поднята тревога. Хорошо, подождем. Нормально. Еще на меня кто-то охотится, думали. Говорит кролик, я на точке. Крыша магазина, 45 градусов на юго-западе. Конец связи. Так. Так. Сменили. Да бросьте его. Ага. Все, я его вижу. Так, тогда давайте замаскируемся. Наведем шороху, чтобы они не знали. А, вспомнил эту миссию. Тут где-то взрывчатка должна быть, подождите. Альфа, доложите обстановку. Говорит Альфа, проверка периметра без результатов. Обыскиваем здание. Так, ну-ка. Все, сюда не ходим. Он движется в направлении. Снять его. Давай. Там же бомба была. Правда, что она там стояла, не знаю. Говорит кролик, я на точке. Крыша магазина, 45 градусов на юго-западе. Конец связи. Так. По идее, так, ответку вытащили. Так, берем. Да нахрена? Блин, заново, подождите, с контрольной точки. Блин, я ее завел, надо было взять, а я ее завел. Говорит кролик, я на точке. Крыша магазина, 45 градусов на юго-западе. Конец связи. Так.
Все, бросаем его. Спасайся с дорогой! Руки ноги! Берем. Альфа, доложите обстановку. Берем. Минируем внизу. Уходим. Берем. Минируем вот здесь. Уходим. Да нет. Мину берем. Вот здесь. Уходим. Скайлайт отставить. Ищите цель. Так, а вот теперь давайте. Подожди. У меня нет глушителя, блин. Тихо. Бук. Где? Преступник где-то рядом. Нормально. Подмога прибыла. Ну-ка, вот здесь, по-моему, сохраниться можно. На первом этаже, если я могу ошибаться, конечно. Нет, все-таки. Там вроде еще патроны были. Все, патронов нет. Давайте.
сюда. Вот и все. Это откуда и кто стреляет? Так, пусть идут. А мы пойдем другим путем. Блин, хоть бы птичку где-то оставили. Стоится тут бегать, сколько бы вас ни было, придурки. Знаете почему? Потому что я лучше, кстати, тут где-то сохранял, как же должна быть. Ладно. Вот я спецагент такой. Да, и в костюмчике своем. Шериф в недоумении. Хана тебе, падла. Ну какая церковь? Ну какая церковь? Господи, кто ты? Смешно. Смешно. Думаешь, я не обнажу оружие в церкви? Ха-ха, за такого говнюка, как ты-то. Пистолет, он вооружен, да? У него пистолет, он вооружен. Шериф, сделайте что-нибудь. О, господи Иисусе, ты трус, шериф Скёрки. Я пристреляю этого, сукина сына. Мало что трус, он еще. Ah!
шериф. Мама, пожалуйста, не хочу сдохнуть в церкви. Последний раз. Где Виктория? Да пошел ты! Блэквотер парк! Блэквотер парк! Ну вот ты говорить не хотел. Дурачина ты, простофиля. Блин, мне по ходу дела стрелялки не хватает. Вот душу отвожу на него. Город горит, не спас он город. Вот сила 47-го. Вот такова судьба. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!